Всем привет! Вчера Яндекс показал новую колонку Max и показал некоторые фишки. Одна из этих фишек – звонок на колонку. Они, конечно, позиционируют, как это круто, но, допустим, колонка от Маруси это умела давно. А для того, чтобы позвонить на свою колонку, нужно зайти в ваше устройство. Видите, зеленая трубочка. И обратите внимание, на колонке Irbis никакой трубочки нет. То есть вы туда не можете позвонить. Либо до того момента, пока Irbis что-то не сделает, либо пока не сделает что-то Яндекс. И набираем. Он вас спрашивает, вы действительно хотите начать звонок? Да. То есть Алиса говорит, вам звонит код шведов Н. Вы меня окончательно запутали. И на экране телевизора написано, либо подними. Ага. Да, теперь поняла. Либо положи трубку. То есть если я произнесу сейчас это, она естественно сделает. Алиса, подними трубку. Да, и сейчас фонить, конечно, будет. На экране видны секунды идущего звонка. Ну, не знаю, почему-то фона нету никакого. То есть я могу находиться рядом. Теперь минусы, которые я заметил. С браузера, с другой учетной записью. Так, нужно положить трубочку. Давайте я положу, а то какое-то эхо. Ну, поставим 2. Напишем мне позвонить. Все, на мини-адресу. Правильно, все. Ну это к этому звонку, ну ладно, разницы нет. Ну, надеюсь, разберутся разработчики. Они разберутся, так и ничего страшного. То есть, минусы я сказал. Я захожу в другую учетную запись, и я не вижу устройств, потому что я не могу поделиться своими устройствами с другой учетной записью. Об этом я писал разработчикам давным-давно. Везде-везде там. Ну, писал, короче. То есть мои устройства недоступны другим пользователям, другим членам моей семьи. У нас получается на телефонах заведена одна и та же учетная запись. Это я считаю, это небезопасно минимум. Во-вторых, какие еще минусы? Ну, я сказал о том, что Маруся это могла делать уже гораздо раньше и спокойно. То есть там можно было с колонки на колонку звонить, с браузера ВКонтакте на колонку, с телефона, если ВКонтакте приложение стоит, на колонку. Ну, то есть вот так вот. Можно даже с колонки звонить на ВКонтакте, куда хотите. То есть это у Маруси прописано гораздо лучше. Поэтому, ну, давайте пробовать, смотреть, что получится у Яндекса с этой функцией. Ну, а так, конечно, очень здорово, что это получилось, это сделали. У Гугла это тоже было давно, у них еще есть возможность с одного Google Home звонить на другой Google Home Hub. Ну, то есть вот так вот. Это тоже здорово. Все, на этом все. Спасибо. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока.